Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Mazda 6 2007 года выпуска, 1.8 механика. На этом автомобиле мы сегодня заменим втулки переднего стабилизатора. Втулки разбиты практически в хлам. Стук стоит такой, что как будто подвеску унесли. До этого мы поднимали, меняли шаровые, и втулки сразу не заказывали, посмотрели, убиты. Стойки стабилизатора здесь целые, поэтому мы меняем одни втулки. Поднимаем автомобиль, снимаем колеса. Поднял, снял колесо и хочу показать втулка. Вот я ее немножко шевелю, а она гуляет очень сильно. И вверх, и вниз, и взад, и вперед. Здесь нужно откручивать гайки. Сейчас посмотрим, если нам все это будет удобно сделать без опускания подрамника. Сделаем так. Но если не получится, приопустим подрамник и поменяем их. Гайки там. Там не гайки, болты на 14. Откручиваем. Один болт мы откручиваем сверху, вот который передний. Он удобно отсюда подлез к нему. Длинный удлинитель с карданчиком. Головка на 14. Со стороны генератора вот видно, нормально откручивается. Я его сейчас открутил. Теперь откручиваем второй. Второй болт, который у нас держит скобу стабилизатора, это вот я его выкрутил, болт заднего сайлентблока. Их здесь два. Вот этот ближний, который к сайлентблоку, он как раз вкручивается в эту скобу. Но помимо этого, здесь вот еще есть гайка. Вот она. Вот гаечка, а сверху болт. Он, получается, в лонжерон упирается. Он тоже держит эту скобу, чтобы когда затягиваешь сайлентблок, не свернуло в сторону гайку. И вот чтобы открутить нам этот блок, как раз нам надо будет приотпускать немножко подрамник. Для этого мы сейчас снимаем вот эти треугольники с одной стороны и с другой стороны. Эти гайки, разумеется, мы тоже открутим. И приотпускаем маленько наш подрамник. Откручиваем. Отпустил я подрамник. Вот видно, болт я этот выкрутил. Здесь удобно к нему было подобраться на 14. Шевелю стабилизатор, видите, он вместе со скобой ходит. Также отпустил немножко вот здесь подрамник. Спереди я его не отпускал. Он у нас, он видно, с двух сторон так ослабил и опустился примерно на сантиметр, чуть больше сантиметра. И этого достаточно. Эту сторону спереди, сверху, неудобно откручивать, но удобно открутить ее трещоточным ключом. Вот прямой ключ трещоточный, все. Я ослабил. Сейчас откручиваю этот болт и снимаем втулки. Все, открутил я с двух сторон. Теперь снимаем сначала одну втулку, меняем, потом вторую меняем и начинаем закручивать. Ее можно не доставать, я хочу показать, какая она. Вот такая. Сзади гайка приваренная, сзади болт держит, чтобы когда закручиваешь, не сворачивалась эта гайка, и спереди болтом.
Ну, следовательно, с другой стороны такая же зеркальная скоба. Снимаем втулку. Втулка здесь набита вся. Ну, 255 тысяч прошла. Снимаем. Интересно, у новой есть пластика вот эта обойма или нету? Сейчас посмотрим. Ну, что я сказать хочу. Вот оригинальная втулка. А вот втулка фирмы Сидем, которая пришла как за это дубликат. Номер ее 851-804. А вот оригинальный номер втулки, к которой она привязана. Якобы это такая же втулка. Но, к сожалению, эта втулка вот такая. Здесь пластиковая площадка во втулке. Вот такую придумали. Пластиковую площадку. Здесь этой площадки нет. Здесь отлив сверху. Сверху. Здесь этого отлива нет. Вставать в скобу он встает плотненько. Втулка встает здесь плотненько. Но высоты ее не хватает. Поэтому, может быть, там что-то менялось. На какие-то модели, наверное, она и идет, но на эту модель она не идет. Она вот настолько ниже. Этого и не хватает. Поэтому будем колхозить. Сейчас немножко подрезаем эту втулку. Миллиметра на 2. И делаем сверху резиновую портянку. А что делать? Надо машину снимать с подъемника и втулку заказывать, если будете. Заказывайте только оригинальную. Дубликат корявый. Вот. Вот подрезал я втулку. Где-то на 3 миллиметра получается. И сверху сделал такую резиновую портянку. Из старой камеры. Она получается где-то 2 миллиметра. Но с двух сторон. Вот так вот ее ложим. И одеваем скобу. Будет это выглядеть вот так вот. Зажмется и какое-то время будет держать. А дальше заказывать оригинальную втулку и менять ее. Устанавливаем. Так, ну вот, вставил портянку. Наживил. Видно, она сейчас у нас обожмется. Втулку. Скоба придавит и втулка сожмет стабилизатор. Будет работать какое-то время, насколько я не знаю, но на тот же месяц нам хватит. Человек покатается, через месяц мы ему заменим на оригинальный. Затягиваем.
Так, здесь мы подтянули. Теперь подтягиваем вот эту гайку на подрамнике. И с другой стороны также подтягиваем. Опускаем. И сверху вот это переднее крепление, передний болт, затянем сверху. Вот так вот его здесь видно. Опускаем. Так, вот это крепление я подтянул, с другой стороны я подтянул. Теперь мы ослабляем. Я вот обратно ослабил, открутил гайку, потому что я здесь только одну поджимал, слева я не поджимал. Сейчас прихватил ее, мажем резьбу. И закручиваем эти болты. Также наживляем этот уголок со второй стороны и затягиваем. После того, как мы протянем, здесь 17 ключ, здесь 17, здесь 19. Мы опускаем автомобиль и затягиваем скобу стабилизатора, которую мы откручивали сверху. Вот гайка, я ее снизу подсветил, то есть не гайка, а болт. Затянул его. Там проводка на электроусилитель идет, поэтому она вот закрывает болт. Все, стабилизатор у нас закреплен с двух сторон. Теперь он у нас не болтается. Замену стабилизатора мы произвели. На этом все. Всего вам доброго.